Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня в Волгоградской филармонии состоится второй гала-концерт лауреатов межрегионального музыкального фестиваля «Будущее начинается с прекрасного», посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского. Фестиваль проводится при поддержке Комитета культуры Волгоградской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». Мы благодарим всех, кто принял активное участие и оказал поддержку и помощь в организации детского фестиваля. Особую благодарность мы хотим выразить нашим постоянным партнерам – компании «Сады Придонья». «Сады Придонья» – ведущее предприятие российского агропромышленного комплекса, которое специализируется на выращивании и переработке фруктов и овощей, производстве соков, продукции для детского питания и альтернативных молочных продуктов. В этом году подарки лауреатам фестиваля пополнились также продукцией сети кондитерских КДВ «Кэндиленд». Холдинг КДВ – это крупнейшее в России производство снеков и кондитерских изделий. КДВ «Кэндиленд» – это вкусное событие городского масштаба. У фестиваля появились новые задачи, не только концертно-исполнительские, но и просветительские. Для их решения к организации и проведению межрегионального музыкального фестиваля «Будущее начинается с прекрасного» присоединились также Волгоградский государственный институт искусств и культуры и Волгоградский областной учебно-методический центр по художественному образованию. Сегодня в номинации «Вокальное исполнительство. Сольное эстрадное пение» юные дарования учащихся детских музыкальных школ и школ искусств города Волгограда и в Астраханских областей, прошедшие серьезный конкурсный отбор и ставшие лауреатами фестиваля, будут дарить нам свое исполнительское искусство. А поможет нам в этом коллектив Волгоградской филармонии, эстрадный ансамбль «Странники», художественный руководитель Вячеслав Скворцов. Встречайте! Добрый день. Мы рады вас сегодня видеть в столь ранний для творческих людей час. Вот, потому что, как вы, наверное, знаете, у творческих людей утро как раз где-то в час, в два дня только и начинается. Вот, поэтому для нас это немного необычно, но, тем не менее, всегда приятно, когда в зале довольно много людей, готовых нас выслушать. Песня уже как была объявлена, честно говоря. Честно сказать хотим, на девчонок мы больше не глядим. Они всю жизнь нам разбивают сердца, от них мучения нам без конца. Сколько можно им песни петь, сколько можно капризы их терпеть, жить под наркозом их пленительных глаз и слышать каждый раз отказ, опять отказ. А как без них прожить? А ну скажи, скажи, без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все века их носят на руках, и мы опять готовы руки подставлять. Честно сказать должны, больше жизни девчонки нам нужны. Но кто нам скажет, что приходит весна? Но кто покоя нас лишит и сна? Кто разбудит в душе любовь? Кто заставит мечту поверить вновь? Кто поцелует нас хотя бы иногда? Кто с нами жизнь разделит раз и навсегда?
жить. А ну скажи, скажи, без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все века их носят на руках, и мы опять готовы руки подставлять. А как без них прожить? А ну скажи, скажи, без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все века их носят на руках, и мы опять готовы руки подставлять. И мы опять готовы руки подставлять. Но для следующей песни нам понадобится помощь, потому что песня женская. У нас было правило раньше, что мы женских песен принципиально не поем. Теперь оно немножко изменилось. Мы не поем их без девушек, которые нам помогают. Песенка, которую в свое время исполняла Алла Борисовна, когда была примерно в таком же возрасте, называется она «Улетай, туча». Надежда нам поможет. Улетай, туча, улетай, туча, улетай. Улетай, туча. Говорил, обдувая ей бока, мое желание туча отгадай. Разве ты не видишь, туча, без тебя намного лучше? Улетай скорее, без тебя намного лучше. Улетай скорее, улетай. Будто нет других забот, чем гоняться за тобой. Скорей дождем пролейся и растай. Если я с тобой заскучает друг мой парус, улетай скорее, улетай. Если я с тобой останусь, заскучает друг мой парус, улетай скорее, улетай. Улетай, туча, улетай, туча, улетай. Мягкой ватою окутай, с собой возьми тревогу и печаль. Чтобы горя не бывало, чтобы солнце всем сияло, улетай скорее, улетай. О-о-о-о. Чтобы горя не бывало, чтобы солнце всем сияло, улетай.
Ну что же, наши лауреаты и ансамбль «Странники» готовы, и мы приглашаем на сцену первого лауреата нашего фестивального концерта – Викторию Желудкову, воспитанницу Центральной школы искусств при Волгоградском государственном институте искусств и культуры, преподаватель Татьяна Евгеньевна Клименко. Виктория – стипендиат областной городской думы, серебряный призер 18-х молодежных дельфийских игр России, лауреат международных и всероссийских конкурсов города Москвы, Волгограда, Ростова-на-Дону, Сочи и других. Только в 2020 году имеет следующие достижения. Лауреатство в международном творческом фестивале-конкурсе «Призвание артист. Город Санкт-Петербург», международном фестивале «Образцовые белые ночи» Международной академии музыки имени Елены Образцовой по направлению эстрадно-джазовый вокал, в 7-м российском Суворовском патриотическом фестивале искусств «Город Санкт-Петербург», международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», «Крым Артек» и участие в международном детском вокальном телевизионном конкурсе «Ты супер» и, конечно же, в вокально-хоровой школе Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый пароход 2020», город Москва. Илья Бершацкий, Илья Резник, «Колыбельная для вулкана», исполняет Виктория Желудкова. Спят долины тихим сном, спят рябины над прудом, и дожди, и ветра притаились до утра. Спит великий океан, только ты один вулкан. Огнегривый старик, не умолкнешь ни на миг. Слушайся доверчиво в голос человечества. Обратись, пожалуйста, к разуму и к радости. Навсегда забудь вулкан, чем грозил былым векам. Ты тиранить мир устань, и горой зеленый стань. Навсегда забудь вулкан, чем грозил былым векам. Обратись, пожалуйста, к разуму и к радости. Дремлющий вулкан, отрекись от войны, мира дай и тишины, мира юным и седым, мира грешным и святым, мира жизни земной, мира небу над тобой. Ты навек забудь вулкан, чем грозил бы награждается Виктория Желудкова, Центральная школа искусств при Волгоградском государственном институте искусства и культуры. Благодарственное письмо вручается преподавателю Татьяне Евгеньевне Клименко. Мы уверены, что все наши лауреаты номинации «Вокальное исполнительство», «Сольное эстрадное пение» мечтают стать профессиональными вокалистками.
В этой профессии очень важна преемственность сценического опыта. И я уверена, что у каждой юной певицы есть свои примеры для подражания. Однако главное в этой профессии – это умение найти свой неподражаемый стиль и пройти свой неповторимый творческий путь. В нашей фестивальной концертной программе с удовольствием приняли участие ведущие солистки Волгоградской филармонии, каждая из которых обладает особым уникальным шармом. Встречайте именитую солистку, лауреата всероссийских и международных конкурсов, художественного руководителя эстрадного отделения Волгоградской филармонии Алевтину Егорову. Добрый день. Дамбы всей на дно, дамбы пить вино. Там под океаном, вы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. Все горы сниматься, по местам стоять. Эй, на румби-румби, дай мне так тяжить. Дьяволу морскому, светом бочонок ром, ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. Давайте вместе! Там бы пить вино. Там под океаном, мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. Хочу его хочу. Спасибо. Дорогие друзья, а мы представляем вашему вниманию следующего лауреата межрегионального музыкального фестиваля «Будущее начинается с прекрасного». Черменина Ксения занимается по классу фортепиано в детской школе искусств имени Балакирева города Ахтубинска. Любит рисовать и петь.
Ксения не раз была победительницей во Всероссийском конкурсе современного искусства «Арт-перспектива» города Волгограда, Международном фестивале славянской музыки в городе Москва, в Прикаспийском телевизионном фестивале-конкурсе юных маэстро «Золотой ключик» города Астрахани. С 2017 года Ксения поет в сводном детском хоре Российской Федерации. Она уже выступала в Кремлевском дворце Москвы, на международных ганзейских играх во Пскове, побывала в Международном детском центре «Артек» и «Благовест». В 2019 и 2020 году Ксения стала победителем в конкурсе главы муниципального образования «Ахтубинский район» в номинации «Лучший учащийся учреждение культуры дополнительного образования». В исполнении Ксении Чермениной прозвучит песня Марка Минкова на стихи Вероники Тышновой. «А знаешь, все еще будет». Знаешь, все еще будет, южный ветер еще подует, и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит, и еще меня на рассвете губы твои разбудят. Что оно, даже птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Понимаешь, все еще будет, сто концов убегают рельсы, самолеты уходят в рейсы, корабли снимаются с якоря. Если помнили это люди, если помнили это люди, чаще думали бы о чуде, реже бы люди плакали. Счастье, что оно, ты же птица, упустишь поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Я его не запру безжалостно, я его не запру безжалостно, я его не запру безжалостно, крылья не искалечу. Улетаешь, лети, пожалуйста, улетаешь, лети, пожалуйста, улетаешь, лети, пожалуйста. Празднуем встречу. На-на-на-на-на-на. На-н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 а. На-н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 а. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на. Дипломом лауреата награждается Черменина Ксения, детская школа искусств имени Балакирева, город Ахтубинск, Астраханской области. Благодарственное письмо вручается преподавателю Бужинской Ирине Ивановне. В нашем фестивальном концерте принимает участие лауреат всероссийских и международных конкурсов Надежда Курбатова. Александр Зацепин, Леонид Дербенев. «Ищу тебя» поет Надежда Курбатова.
быть рядом не могут люди всегда. Быть вместе не могут люди, нельзя любви земной, любви пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считаю дни, сжигая сердца. Все время мы ждем, как чудо, одной, единственной ждем, как чудо, хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы могли откуда, узнать при встрече смогли откуда, что ты моя, а я твоя, любовь и судьба. Пришлось скитаться среди туманных миров, скитаться за тем, чтоб мы с тобою, мы друг друга нашли. А вдруг прикажет судьба расстаться, опять прикажет судьба расстаться при свете звезд на краю земли. Не счесть разлук во вселенной этой, не счесть потерь во вселенной этой, одной найти любовь, найти всегда нелегко. И все ж тебя я ищу по свету, опять тебя я ищу по свету, ищу тебя среди чужих пространств. Быть рядом не могут люди всегда, быть вместе не могут люди, нельзя любви земной, любви пылать без конца. Скажи, зачем же тогда мы любим? Скажи, зачем мы друг друга любим? Считая дни, сжигая сердца. Любви все время мы ждем, как чудо, одной, единственной ждем, как чудо, хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы могли откуда, узнать при встрече смогли откуда, что ты моя, а я твоя, любовь и судьба. Спасибо большое. Максим Дунаевский, Наум Олив, «Ветер перемен». Поет Надежда Курбатова. Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обиды, зла, им нет числа, им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей, срывая дверь с петель. Круша надежды,
и внушая страх, кружат ветра, кружат ветра. Сотни лет и день, и ночь вращается карусель, земля. Сотни лет все ветры возвращаются на круги своя. Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Рассвет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид ветра. Сотни лет и день, и ночь вращается карусель земля. Сотни лет все в жизни возвращается на круги. Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену следующего лауреата нашего фестиваля, который стала Симачевская Ксения. Ксения окончила детскую школу искусств имени Балакирева города Ахтубинска Астраханской области. Сейчас совершенствует в родной школе свои исполнительские данные на отделении вокальное искусство. Успешно выступает сольно в ансамбле и поет в образцовом коллективе школы, старшем хоре «Радуга». Принимает активное участие в районных и городских мероприятиях и концертах. «Голоса Ахтубинска», «Рождественский концерт», «День района», «День матери», «Славянский базар» и других. Является лауреатом и дипломантом конкурсов различных уровней, такие как «Зимняя карусель», «Созвездие талантов», «Жемчужина Волги», «Золотой ключик», «Национальное достояние», «Благовест» и «Мелодии, рожденные войной». Сергей Миклашевский, Аркадий Тюрин, «Видишь себя нарисованным в лодке», поет Ксения Симачевская. Зовет и скоро.
головой, словно башни цветы, звезды над ними плывут. Птицы с тобой говорят, и деревья поют. Добрый волшебник и сказочный зверь, кукол смешной хоровод. Кажется, в детство откроется дверца, и вот видишь себя награждается Симачевская Ксения, детская школа искусств имени Балагирева, город Ахтубинск, Астраханской области. Преподаватель Бужинская Ирина Ивановна. Эстрадный ансамбль «Странники» в Волгоградской филармонии является неизменным участником всех концертов эстрадно-джазового направления. Группа была создана в 1991 году, а сегодня ее знают и любят не только в нашем городе, но и в других регионах и странах ближнего зарубежья. Вячеслав Добрынин, Леонид Дербенев. Так вот, какая ты, исполняет эстрадный ансамбль «Странники». Так все выйдет, что в одну минуту все развеется, как дым. Ошибки быть не может, я сам сегодня видел. Ты шла с другим, ты шла с другим. Так вот, какая ты, а я дарил. От этой красоты, красоты. Так вот, какая ты, надежды и мечты, ты подарила и разбила ты. Лишь вчера была ты всех на свете ближе. Лишь вчера я верил, что тобою я любим. Но лишь глаза прикрою и вижу, снова вижу, как ты с другим идешь, с другим. Так вот, какая ты, а я дарил цветы. От этой красоты. Так вот, какая ты, надежды и мечты.
подарила и разбила ты. Счастлив тот не будет, кто любовь обидел, кто смеяться может так над самым дорогим. И что ни говори ты, я сам сегодня видел, как ты с другим, ты шла с другим. Так вот, какая ты, а я дарил цветы, а я с ума сходил от этой красоты. Так вот, какая ты, надежды и мечты, ты подарила, ты подарила, ты подарила и разбила ты. Еще одна песня, которая нам тоже очень нравится, она из репертуара группы «Браво». Исполнял ее Валерий Сюткин, и песня называется «Любите девушки простых романтиков». Самый полный штиль, самый сильный ураган, ходят в синем море корабли. Может, потому-то и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Прочертил на синем небе я тебя люблю белым следом быстрый самолет. Кто поздравит с днем рождения девушку свою, так как это делает пилот? Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь. Этим смелым парням и беда, не беда, путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь, не стоит им дарить свою любовь. Им дари свою любовь. Дорогие друзья, а мы напоминаем, что партнерами межрегионального фестиваля «Будущее начинается с прекрасного» являются Сады Придонье, ведущее предприятие российского агропромышленного комплекса, и сеть кондитерских КДВ «Кэндиленд», представляющего крупнейший в России холдинг по производству снеков и кондитерских изделий.
А мы приглашаем на сцену следующего лауреата в номинации «Вокальное исполнительство. Сольное эстрадное пение» Султанову Регину, представляющую продюсерский центр FaceTime и Волгоградский детский новый хор под управлением Татьяны Евгеньевны Клименко. Творческий путь Регины начался с 6 лет с участия в театральных музыкальных спектаклях детского юношеского центра Волгограда. Затем Регина обучалась в музыкальной школе по классу вокала и фортепиано. Несмотря на свой юный возраст, она принимала участие в различных фестивалях и конкурсах. Помимо музыки, Регина еще увлекается спортом, а именно водным поло. Евгений Крылатов, слова Юрия Энтина. «Прекрасное далеко» исполняет Султанова Регина. Слышу голос из прекрасного далека. Он зовет меня в чудесные края. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне. Пишу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко. Дипломом лауреата награждается Султанова Регина, продюсерский центр FaceTime и Волгоградский детский новый хор. Преподаватель Клименко Татьяна Евгеньевна. Дорогие друзья, для вас вновь звучит песня в исполнении эстрадного ансамбля «Странники». Александр Зацепин, Леонид Дербенев. «Есть только миг». Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. И есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой
для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Счастье дано, испытатель беду еще, но есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Лауреатом нашего фестиваля стала воспитанница детской музыкальной школы номер 1 города Астрахани Маргарита Школьник. Маргарита занимается в школе с 9 лет. За время обучения стала участницей многих концертов, проектов и фестивалей. Является победителем международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов. Лауреат первой степени регионального конкурса «Мы поедем в иные города». Лауреат первой степени международного конкурса фестиваля «Звездный дождь». Гран-при всероссийского конкурса «Краски детства». И регулярно принимает участие в постановках Астраханского государственного театра оперы и балета. Биби Рекса, «You can stop the girl», исполняет Маргарита Школьник. Trying to shoot down angels, they're trying to pull their wings off so they can fly. Oh, but she's so brave though, just like a tornado, she's taking us by storm. You can't stop the girl from going, you can't stop the world from knowing, the truth will set you free. They're trying to make our voices, they're trying to take our choices, so we scream loud, loud, loud enough. I know you feel the lightning, and it's so exciting, so here we go. You can't stop the girl from going, you can't stop the world from knowing, the truth will set you free. Oh, you can't
know you feel the lightning, and it's so exciting. So here we go. Дипломом лауреата награждается школьник Маргарита, детская музыкальная школа номер 1 города Астрахани. Благодарственное письмо вручается преподавателю Шаповаловой Светлане Степановне. И вновь на сцене именитая солистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Алевтина Егорова. Джордж Гершвин, «Саммертайм». Yeah.
Спасибо. Настало время огласить имя лауреата, ставшего обладателем Гран-при межрегионального музыкального фестиваля «Будущее начинается с прекрасного» 2021 года, которой стала Тишина Василиса, ученица 7 класса детской музыкальной школы номер 1 города Волгограда, класс преподавателя Шарф Ирины Станиславовны. Василиса регулярно принимает участие в конкурсах и фестивалях различного уровня в Волгограде и других городах России, в благотворительных концертах и акциях, общегородских и районных мероприятиях. За плечами юной артистки опыт участия в детской музыкальной интерактивной программе «В гостях у черепахи-тортилы» джазового коллектива под управлением Анатолия Воронова «Комбо Джаз Бенд». Работает на телевидении в качестве корреспондента и телеведущей программы «Время детских новостей». Заслуги Василисы отмечены в книге «100 юных талантов Волгограда». Анна Пингина, «Ласточка», исполняет Василиса Тишина. Ласточка, не садись на ворота, крылья черные свои поломаешь. На моих воротах острый коль, я сама знаю. Милая, не летай под окошком, не дразни меня и так больно. Мне б с тобой улететь пташкой на волю, на волю, на волю, на волю, на волю. Ласточка, смотри, костры в поле, не по мне ли то горят травы, не по мне ли то звонят колоколы так рвано. Знаешь, милая, в груди тяжко, за воротами стоят люди, кто там едет в свадебной упряжке, да не любы. Живою, живою, живою.
Дипломом лауреата и обладателя Гран-при фестиваля будущее начинается с прекрасного, награждается Тишина Василиса, детская музыкальная школа номер один, город Волгоград. Благодарственное письмо вручается преподавателю Ирине Станиславовне Шарф. На этом второй гала-концерт межрегионального музыкального фестиваля «Будущее начинается с прекрасного» 2021 подошел к своему завершению. Мы просим подняться на сцену наших сегодняшних лауреатов. Желудкову Викторию! Султанову Регину! Череминину Ксению. Симачевскую Ксению. Маргариту Школьник. И Тишина Василиса на нашей сцене. В исполнении группы «Странники» под управлением Вячеслава Скворцова творческим напутствием всем вам звучит заключительный номер нашего концерта. Песня Эдуарда Артемьева на стихи Николая Зиновьева. «Мой дельтаплан». Памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Я верю, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Пусть людям крыльев не дано, но так легко моим плечам уже зовет меня в полет, мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Вот я натяну два крыла, и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам. К началу дня несет меня мой дельтаплан. Мой дельтаплан, мой дельтаплан. Но в этот час, когда крылом одним сплетаем мы грядущее с былым, когда внизу плывет земля, как будто детство дым. Thank you.
памяти туман, ты как во сне. Ты как во сне. Я верю, только дельтаплан поможет мне. Поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко. Моим плечам к началу дня несет меня мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Ансамбль группа «Странники». Спасибо за внимание и до новых встреч!